Добрый вечер, дорогие друзья. Шофетим и шотерим, титен леха бехол шегареха, шири Адуна Елоеха, но тен леха лишфатеха, вешафету эт хаам, мишпат цедек. Судьи и смотрители, поставь себе во вратах твоих, которые Господь Бог твой дает тебе для колен твоих, чтобы они судили народ судом праведным. И в прошлом году Безрат Хашем мы объясняли, что значит судей и смотрителей. И наши мудрецы говорят нам, что наши судьи – это прежде всего наши глаза. Это прежде всего наши уши. Это прежде всего наш нос, наш рот. И именно перед этими нужно поставить судей и смотрителей, и не нужно давать лишнему проходить туда, не смотреть на то, что не нужно, не смотреть на запрещенные вещи, не слышать лашон ара, не слышать ругания, не слышать плохих вещей, не говорить плохих вещей и не нюхать, соответственно, не кушать и так далее. Это прежде всего, это первые судьи, которых мы сами себе должны поставить перед нашими воротами. Но сегодня не об этом. Сегодня будем говорить немножко о другом. Но тем не менее, это важно знать, это важно помнить об этих судьях, потому что месяц Элуль, Ходеш Тов, Мувурах, Ктива Бехатима Това, с месяца Элуль мы всегда желаем друг другу в начало, как только начинаем писать письмо, начинаем говорить друг с другом. Первое, что нужно друг другу пожелать, это хорошего года, хорошей записи и хорошей печати в книгу жизни, в книгу благословений, в книгу добрых дел и самого хорошего, самого радостного, чего вам и желаю без раташи. Так, поэтому, чтобы был хороший год, немножко нужно извиниться, нужно поменяться. И чем мы отличаемся от ангелов, это то, что ангелы всегда стоят на одном месте. Ангелы стоят на одном месте, а мы, Баух Хашем, можем изменять себя, можем идти вперед, можем идти наверх. И это основное отличие человека от ангела. Хотя вроде бы сказал бы человек ангел, ох, какой большой уровень, да, Всевышний сказал ему, он делает, он никуда не отходит. То, что Всевышний ему сказал, он это и выполняет. А человек гораздо выше. Человек гораздо выше, потому что ангел может выполнять только одну мицву, которую ему задали, а человек может выполнять весь спектр мицвот. Сегодня одно, через час другое, через два часа третье, четвертое. И благодаря нашим заповедям мы пишемся и печатаемся в Рош ха-Шана на все хорошее Безрат Ашем и на хороший год. Поэтому, но сказали наши мудрецы, «Сур мерак маасетов». Сначала отдались от плохого, и после этого делай добро. Человек сказал бы, я буду делать добро, я буду делать хорошие вещи, я буду делать, выполнять мицвот. Сказали наши мудрецы, нет, сначала сурмера. Сначала отдались от зла. От зла. То есть не обманывайте друг друга, не обманывайте друг друга, не кидайте друг друга, не лгите друг другу, не злитесь друг на друга. Не будьте горделивыми и так далее, и так далее. Все, что можно говорить и делать между человеком, все, что есть ошибки между человеком и человеком, надо это исправить и потом прийти в Рош ха-Шана, в Йом-Кипур перед Творцом и заслужить хороший, благословенный год без Раташем. Сегодня я хотел бы поговорить здесь в нашей недельной главе Шофтим. Шофтим, 17 глава, 8 пасук. Начинается очень интересный момент, что написано так: если сокроется от тебя что-либо для разрешения между кровью и кровью, между судом и судом, между язвой и язвой, речи спорные во вратах твоих, то встань и взойди на то место, которое изберет Господь. То есть что? Если для тебя что-то будет неизвестно, хотел бы сказать, если что, есть какие-то вопросы, я сначала выдаем урок, а в конце я смотрю, если успеваем, отвечаем на вопросы.
Если нет, можно в любой момент мне писать, Безрат Ашем, и будем отвечать на вопросы с Божьей помощью. Так вот, если сокроется какое-либо для тебя, что-либо для тебя, что нам говорит Тора? Тора говорит, то есть, если будет для тебя что-то неизвестное, то потом мы объясним, что значит между кровью и кровью, между судом и судом и так далее, все это потом объясним. То что ты должен сделать, если у тебя будет, если тебе что-то неизвестно, что ты должен сделать? И приди к священнослужителю, левитам, и к судье, который будет в те дни, и вопроси, скажу тебе слово, решение, и поступи по слову, какое скажу тебе, с того места, которое изберет Господь, и соблюдай исполнить во всем, как укажут тебе, по учению, какое укажут тебе, и по решению, которое скажут тебе, поступай, не уклонись от слова, какое скажут тебе, ни вправо, ни влево. То есть, говорит нам Тора, тебе что-то неизвестно. Приди к коэну, приди к левиту, приди к судье, который есть в этот день, в этот момент, в твоем городе, в том месте, в котором ты живешь, и спроси у него, и как скажут тебе, поступи по слову их. По учению, какого укажут тебе, по решению, которое скажут тебе, поступай, не уклонись от слова их ни вправо, ни влево. Мы можем задать вопрос. Что значит для начала, если сокроется? То есть, если мы говорим, если будет скрыто для тебя, если будет от тебя скрыто что-то, что для меня скрыто? То есть, это вопрос, который мне неизвестен. Вопрос, который мне неизвестен. То есть, Раши Акадош говорит здесь, везде, «Ки пале давар» написано. «Пэле» означает отделение, устранение. И здесь означает, что дело отстранено и сокрыто от тебя. То есть, это такой вопрос, который ты не знаешь. Как поступить в этом деле? Как поступить в этой ситуации в жизни? Ты не знаешь? Возьми раввина и спроси у него. Возьми коэна, служитель, давайте пока по определениям Торы будем следовать ему. Возьми коэна, служителя и судью, который есть, и поступи по слову, которое скажут тебе. В наше время, кто советчик человека? Мы все знаем. Мы в советниках не нуждаемся. В наше время мы очень любим следовать своему уму, следовать тому, что я сам проучил, тому, что сам я нашел. Я. Мы любим очень свое «я» и этому следовать. А это ли хочет Тора от еврея? Тора говорит, если что-то от тебя скрыто, тогда иди и тогда спрашивай. То есть получается, что если от меня что-то не скрыто, я не должен идти. Правильно? Так мы все знаем, получается, в наше время не нужно ходить. То есть, если чего-то не знаешь, только тогда иди к знающим людям. В других случаях не нужно. Раши говорит, еще раз хочу обратить ваше внимание. Все это дело, все, что... О чем ты сказала Тора? То, что скрыто от тебя. А что скрыто от меня сейчас? В наше время что от нас скрыто? Здесь написано, друзья, здесь написано между кровью и кровью. Что такое кровью и кровью? Тора написала между кровью и кровью. Между кровью нечистой и кровью чистой. Что это значит? Раши Акадош объясняет, когда женщина, у нее есть эти дни, когда идет кровь, то нужно, оказывается, бывает разная кровь. То есть, когда кровь, она нечиста, когда ей можно иметь отношение с мужем, а когда ей нет, нельзя. И крови чистой. То есть, бывает, что кровь, которая, при которой, да, можно иметь отношение. Она чистая, она не запрещает жену для мужа. Кто это может определить? Пишет Давид Амелех, царь Давид пишет о себе,
что он целыми днями занимался именно тем, что разрешал жен своим мужьям. В крови он был. Что это значит? Это имеется в виду, что у Давида Мелеха были настолько огромные познания в Торе, настолько огромные познания устройства человека, в частности, женщины в том числе, что он мог определить, та кровь, которая идет у женщины, она чиста или нечиста. Это кровь, которая запрещает жену для мужа, или уже этот цвет крови она разрешает. То есть, если у тебя будет такое, этот вопрос, то есть, например, у женщины есть определенный цикл, он заканчивается через определенное время, да, и, например, пошла кровь после того, как кровь прекратилась, и 7 дней отчитали. И в течение этих 7 чистых 7 дней, по закону, она нашла кровь, еще какую-то кровь, то, соответственно, нужно пойти к специалисту и спросить. Вот, посмотрите, эта кровь, она разрешена, я разрешена мужу или запрещена? Только специалист может это сказать. То есть нам Тора говорит, если у тебя будет такой вопрос, который для тебя скрыт, это может быть, я еще раз извиняюсь, я договорю, потом обязательно прочитаю и отвечу на вопросы, хорошо? Сейчас мне очень сложно прерываться. Если кровью и кровью, значит, если у тебя будет такой вопрос, который только специалист может сказать, иди коэну, левиту, их судье, который в твои дни, в твоем месте, в том месте, который избрал Бог. Мы еще дальше расскажем, что это значит. Да? То так, и они скажут тебе, и по слову, которое скажут тебе, по этому слову и поступай. То есть, что значит между судом и судом? Мудрецы говорят, суд и суд – это между приговором оправдательным и приговором обвинительным. То есть, дали приговор оправдательный, дали приговор или обвинительный. И ты не знаешь, это правильно или неправильно. И, соответственно, и тебе нужно понять, нужно найти ответ, нужно найти правильный ответ. То тогда тебе нужен специалист. О, тогда тебе нужен тот, кто понимает, что Творец тебе говорит. Что Творец хочет тебе сказать? Где правда? По слову Творца, по слову Торы, ты еврейка, ты хочешь понять. О, тебе нужен кто-то, к кому нужно идти. Между язвой и язвой. С судом также еще есть денежные отношения. То есть, сколько у нас неопределенных денежных отношений, да? Огромное количество. Также, между или речи спорные во вратах твоих, что означает, что мудрецы города будут расходиться во мнениях в определенном деле. Один признает нечистым, другой говорит чистый. Один признает виновным, другой признает невиновным и так далее. Что делать? Одни говорят так, эти раввины совсем с ума сошли. Эти сказали так. Мы не можем понять, где правда. Сколько раз мы это себе говорим? Постоянные вопросы, правильно? Кому же верить в наше время? Кому же верить? На кого полагаться? Что говорит Тора по этому поводу? Встань и взойди на то место, которое изберет Бог твой. Так написано. То есть, учит Тора нас, что священный храм, при котором находится Верховная Судебная Палата, выше всех других мест земли Израиля, то есть храм, тогда был храм. Когда был храм, нужно было идти в храм. А сейчас, говорят наши мудрецы, храм – это синагога. Маленький храм – это синагога, где есть раввины, а также судьи. Также
Хорошо, давайте, допустим, это очень сложные вопросы. Очень сложные вопросы. Очень сложные вопросы. И не может быть, есть люди, которые не соблюдают микву, не соблюдают законы семейной чистоты. И их вообще не интересуют эти законы. Есть чистые дни, нечистые дни, сколько длится эти нечистые дни, сколько после отсчитывать нужно, что из этого, какие дети получаются, и так далее, и так далее. Все это от этого, есть люди, которые очень далеки от этого, да, и их это не интересует. Теперь, или что касается денежных отношений. Денежные отношения у нас принято, что нужно судиться в обычных судах, да, или договариваться с третейскими судьями и так далее. Кто же знает о том, что многие знают о том, что у нас вся гражданская судебная правовая система, Тора всю нам расписала. Все абсолютно, абсолютно, вплоть до того, какие договора нужно заключать, что в них указывать, что в них учитывать. Все это у нас есть. Только что должен быть специалист. Каким образом сделать, как заключить договор с евреем, как заключить договор с неевреем, как заключить договор с евреем, который не соблюдает. Все это у нас расписано, друзья. Теперь человек скажет, у меня есть юрист, зачем мне нужен Коэн, Леви и судья? Но Тора сказала, если что ты не знаешь, иди к Коэну, Леви и судье. Возьмем простые вещи. Написала Тора то, что скрыто от тебя. То, что сокроется от тебя. Что сокроется в наше время? В наше время люди волнуются о том, а почему нет парносы? Почему нет денег? Почему нет здоровья? Да? Почему я не женюсь? Почему не выхожу замуж? Почему есть денежные проблемы? Да? Вот эти вещи для нас скрыты. Эти вещи абсолютно жизненные, да? Даже если мы не совсем живем, не дай Бог, по, соответственно, еврейской жизни, соответственно, Торе, да, как Тора повелела всем евреям, своему народу, Всевышний повелел своему народу, своему еврейскому народу жить по Торе, и это есть еврейский народ, да? А люди привыкли жить по-другому. То у нас... В любом случае, как и любят всех других людей, волнуют эти вопросы. То есть, почему нет парносы? Иди спроси, почему нет парносы? Может быть, тебе скажут шаббат, тебе скажут массер не даешь. Может быть, крадешь у кого-то деньги, и, соответственно, у тебя сейчас не получается. Почему я не женюсь? Мы сказали, закрой глаза, судьи поставь перед своими воротами. Ворота твои – это глаза. Глаза смотришь направо, налево, на разврат, на нескромные вещи. И теперь выбираешь, соответственно, себе жену, соответственно, этому. Поэтому ты и не женишься. Да? Читай Тейлим, скажут, читай Сгулот, читай еще что-то. И так, я знаю, евреи входят и по разным раввинам получают советы, и потом их не выполняют. Я одному говорю, так и говорю. Знаешь, почему ты не женишься? Потому что ты не выполняешь ни один совет, который тебе дали. Ты набрал советов. И месяц-два, видишь, не работает, и бросил. Так не бывает. Написала Тора по слову, которую тебе скажут. Исполни. Ни вправо, ни влево, не уклонись от него. Почему, говорит, спрашивают женщины, почему не выхожу замуж? Потому что слишком большие требования, мировоззрение совершенно изменилось. Да, хочет не мужа, а слугу. Бывает такое, бывает. Вот. Все проблемы, что есть в жизни, ты не знаешь, как с ними справиться, это значит скрыто от тебя. Скрыто. То есть, что Тора написала? Мы открыли Тору и посмотрели. Если сокроется от тебя что-либо, скажет человек, подумает, а что от меня сокроется? Что от меня сокроется? Все есть, я все, что хочу, я могу узнать. А вот эти простые вещи, что касается жизни, они скрыты для тебя. То, что скрыто, иди спроси у знающих людей. У кого знающих? Тот, кто дает все это в жизни. Кто дает? Творец дает. Творец дает, спроси, кто изучает, что нужно Творцу. Да? Мы не знаем, что у нас со здоровьем, мы идем к специалисту.
К доктору, правильно? Правильно. Теперь не знаем, что с нашей машиной. Мы идем к специалисту, везем в автосервис. А теперь, а то, что дает Творец, ты не знаешь, что происходит, иди к специалисту. Кто специалисты? Специалист – это тот, кто изучает желание Творца, изучает законы Творца. Вот это специалист. Все проблемы, да. Например, могу привести пример Раби Зейра в Талмуде. Прекрасный, прекрасный пример. Есть Раби Зейра, приходит к своим друзьям и говорит: уважаемые раввины, у меня окислилось 400 бочек вина. 400 бочек вина у него было. Это огромный ущерб состоянию, огромный ущерб. Говорит: поднимитесь и скажите мне, кто-либо что-либо знает обо мне плохого, что я должен исправить, скажите мне об этом, пожалуйста, сказал Раби Зейра. Поднялся один, говорит ему, говорит, я знаю, что ты недоплачиваешь своему работнику. Недоплачиваешь кому? Этому, не еврею, который у меня работает. Жорка, так он крадет у меня. Я ему даю деньги, чтобы он покупал всякие инструменты для производства вина. А он покупает меньше, меньшего качества и так далее. И крадет у меня. И он зарабатывает. То есть ты считаешь, что так как он у тебя крадет, ты можешь ему не доплачивать? Вот так, как ты считаешь, что ты можешь не доплачивать, это есть, что ты не доплачиваешь ему, считаясь со своей мыслью о том, что ты прав. А что в прошлой, на прошлой недельной главе? Кто смотрел прошлую недельную главу, которую мы давали Безрат Ашем, то мы говорили, там Тора сказала, в Торе написано, не делай то, что прямо в твоих глазах. Даже Раби Зейра был огромный мудрец Торы. В этом моменте ошибся. Бывает, мы все люди, несмотря на то, что все мы изучаем, все мы мудрые, все мы знающие и так далее, бывает, мы в чем-то ошибаемся. И когда мы ошибаемся, мы приходим и спрашиваем, мы должны приходить и спрашивать, в чем мы ошиблись у знающих людей. Первое, кому он пришел, к своим друзьям. Свои друзья, раввины, естественно, раввины, да. И пришел и спросил у них, друзья, скажите мне, в чем я ошибся? Он ему сказал. Как только сказал, он понял свою проблему. Записала Гемара. Он пошел и выплатил своему работнику все, что он ему, все, что он ему задолжал. Задолжал, оплатил ему. Гемара приводит два мнения. Два мнения. То ли этот уксус опять стал вином. Одно мнение. То ли стал вином, то ли цена уксуса настолько поднялась, что он снова заработал то, что он должен был заработать на вине. То есть, как только он исправил то, что мешало ему в жизни, то, соответственно, его финансовое состояние вновь стало в нормальное русло. То есть, мы видим, что он пришел к знающим людям и спросил. Здесь еще один момент есть, что иногда люди бегают по разным раввинам, ищут каббалистов, да, неимоверного уровня, там, или самых известных людей, пробиваются к ним и так далее, а самых нужных людей иногда не спрашивают. Кто самый, тот самый человек, который может сказать, что в тебе не так? Первое, посмотри рядом с собой. Твоя жена, твой муж. Твои дети, твои родители, твой брат, твоя сестра, твои друзья, твое окружение, те, кто тебя знают, лучше них тебе не скажет никто. Иногда бывает, знаете, мы спрашиваем, раньше мы читаем, мы были огромного уровня раввины, что приходили к ним люди, они даже не только подошли к тем людям, уже говорили, в чем их проблема, пошли, исправили, и все в жизни у них исправилось. Мы сейчас ходим к раввинам и задаем вопросы, почему это не так?
Почему не работает? Почему все не так, как раньше? Почему нет эмунат хахамим? Почему нет веры в раввинов сейчас? Почему нет? Очень просто. Во-первых, проблема в нас, потому что мы не верим. Во-вторых, раньше, когда мы жили в местечках, все по своим местечкам, да, по-разному, то, соответственно, раввины жили с нами там, рядом, они нас знали, знали семьи, знали предков, что, чего, как и так далее, от чего это может быть. Все имеет значение. Может быть, это не я лично виноват, что сейчас я нарушил, может быть, это от моих предков пришло. То есть, они все это знали. Могли сказать соответствующий совет. Сейчас парень, который не женится, не может жениться долго-долго, поехал куда-то вглубь Иерушалайма, к одним из больших каббалистов, и он думает, что он сейчас откроет небеса, и он туда заглянет и посмотрит, что с ним случается. Он тоже человек, о чем вы говорите? Он тоже человек. Он тебя не знает, он может тебе сказать общий подход к каким-то вещам. Общий подход, который может тебе помочь. Безусловно, это тоже будет от Творца. Это сказала Тора, да, что если ты пришел спросить, знай, это ответ от Творца. Пришел к раввину спросить, это ответ от Творца. И поэтому следуй этому ответу. Но если реально хочешь исправить что-то, в первую очередь спроси у своих близких. В первую очередь спроси у своих близких. И после этого, если это не помогло, иди спроси там. Иди спроси у других далеких, вдалеке раввинов. Да? Во-первых, сказала Тора, спроси у того, кто будет в том месте, в твоем месте, там у тебя. Это первое. И также сказал Раби Зейра, он пришел к тем, кто есть рядом. Второй пример, который хотел бы в этом привести. Медат один властвует над землей из-за грехов между людьми и людьми. Что сейчас Рош ха-Шана надвигается. Вот Ходеш Элуль, через Ходеш Элуль уже Рош ха-Шана. В Рош ха-Шану мы записываемся с вами на жизнь и на благословение Безрат Ашем. И печатаемся. Известно, что мы желаем друг другу ктива вехатима това. Записаны и запечатаны хорошие печати и записи. Почему ктива вехатима? Хатима вроде Йом-Кипур. Нет. Для праведников хатима именно в Рош ха-Шана. Первая хатима, первая печать – это в Рош ха-Шана. Вторая печать уже идет в Йом-Кипур, третья печать идет в Ошана Раба и так далее. Да, три печати всего. Так, но сказал Всевышний, если речь идет об отношениях между тобой и мной, между мной и тобой, то есть я тебе сказал соблюдать шаббат, я тебе сказал кушать кошерное, это я тебе сказал, говорит Всевышний, тогда вот эти вещи я тебе в Йом-Кипур прощу. В Йом-Кипур придешь ко мне, будешь соблюдать, не будешь кушать, 5 запретов есть в Йом-Кипур, да, будешь это соблюдать, придешь ко мне, помолишься, я тебе прощу, сказал Творец. Но если касается дела между тобой и другим человеком, извини, я здесь не могу помочь. Если ты кого-то обидел, наорал, накричал, украл, кинул и не извинился, он тебя не простил. Если он тебя не простил, ты приходишь у меня просить прощения, как я могу тебе простить? Он тебя не простил, я тебя не могу простить. Или ты кого-то не простил, как я тебя могу простить? Ты не знаешь, что такое прощение? Ты не знаешь, что такое милосердие? Мы сегодня учили удивительную историю с ребятами на предыдущем уроке, что был Хозе из Люблина, про него сказано, я слышал про другого раввина, но тем не менее была у него жена очень-очень-очень зла, ну, зла с тяжелым характером, скажем так, с тяжелым характером, и даже сидели ученики, сидели рядом с ним, он учил, и большие мудрецы сидели, она могла зайти в комнату, наорать, накричать, обругать его как следует и выйти. И так могла делать постоянно. А он молчал, ничего, ни слова не говорил. Один раз она сошла, сделала то же самое. И он ей ответил. Друг за столько лет.
Он ей ответил: ты постоянно кричишь без причины, ты просто так меня, ну, достаешь. Почему ты это постоянно делаешь? Он ей ответил. Ученики были в шоке. Он вышел из дома, они вышли за ним, сказали: Ребе, а почему ты ей ответил? Мы столько лет не видели, что ты отвечаешь своей жене, ты всегда молчишь, когда она ругается. Почему ты сейчас ответил? А он говорит: я сейчас увидел, что она хочет, чтобы я ей ответил, и она еще больше рассердится, если я не буду ей отвечать. На это я читал в книге Рава Вадия, Зихоно Левраха. Он пишет, что в этот момент увидел, что для нее милосердие с его стороны в этот момент было, что он ей ответит. Это милосердие было для нее. Она не хотела разговаривать с камнем. В этот момент именно, один раз в жизни. И он это почувствовал, он ответил. Это было для меня милосердие. Так и любой человек, который знает, что для другого есть милосердие, он это делает, приходит и просит об этом у Творца, Творец дает милосердие. Так, например, у нас написано «между кровью и кровью». Да? Если будет у тебя вопрос «между кровью и кровью», «бен дам ле дам», у нас есть мицва, в Торе написано мицва «покрыть кровь». Йом-Кипур, есть многие имена, где делают традиция, что режут курицу, делают капорат, да, и когда выпускают кровь, эту кровь есть мицва покрыть землей. Говорят наши мудрецы, это евреи выполняют, а сколько еврейской крови не покрыто, сколько еврейской крови пролито. Написано, что в Бейтаре, написано, что в Бейтаре было 400 синагог. 400 синагог. В каждой синагоге был учитель. И у каждого учителя было 400 детей, учеников. Это во время второго храма, когда римляне захватили Израиль. Пришли римляне, и всех детей вместе со своими учителями убили. И это все написано в наших книгах. Вся кровь текла рекой. Я уже не вспоминаю после этого, да, Вторую мировую войну и так далее, Шоа и так далее. Не спрашиваю. Это все, эта кровь не покрыта. Так, бендин ледин, между судом и судом у тебя будет вопрос. Есть мицва, у нас есть мицва, что нельзя убивать корову и теленка в один день. То есть человек, у коровы родился теленок, и он решил зарезать корову, там у него там мероприятие или еще что-то, так он корову зарежет, если он даже теленка хочет зарезать, не имеет права в один день маму с ребенком. А сколько еврейских жизней столько убито, так это все грехи между человеком и человеком. Это все вызывает суды. Все это вызывает суды в этом мире. А также написано «спор во вратах твоих». Что такое спор во вратах твоих, друзья? Что будет у тебя спор, если будет спор во вратах твоих, и ты не знаешь, что делать? Иди к судье, иди к коэну, иди к левиту. Что это имеется в виду? Какие споры во вратах твоих? Очень просто. Споры. Забудьте кровь. Забудьте вот эти несправедливость. Сейчас спор во вратах твоих. Между отцами и детьми, между матерями и дочерьми, между братьями, между сестрами, между двоюродными братьями, в общине. И только после этого смотрите в государстве. Сегодня была бар мицва, сказал хатан бар мицва я, что самая главная заповедь, которую он должен исполнять, это заповедь уважения родителей. Заповедь уважения родителей. Как мы относимся к этому с пренебрежением, потому что не учим, что значит уважать родителей. И папе больно на все это смотреть. Кому? Творцу, нашему папе на небесах больно на все это смотреть. Почему? Например, один ребенок ударил другого ребенка, да? И другой пришел жаловаться папе. Что папа сделал? Позвал второго, дал ему оплеуху.
Он сказал, да папа, это он виноват, он так сделал. Он позвал первого, тоже дал ему оплеуху. Это пример, как Всевышний с нами. То есть один сделал больно другому. Муж сделал больно жене. Жена сделала больно мужу. Эта боль из сердца поднимается к Творцу. И Творец дает оплеуху. Эй, проснись. Завтра ты получишь штраф. Эй, проснись. Или, не дай Бог, там что-то режешь и порезал палец. Говорит Творец, проснись. Что-то не так. И так один другому, другому третьему, третьему четвертому. А у папы сколько нас детей? Огромное количество. И поэтому из-за ошибок наших между людьми Деним, суды преобладают в этом мире. Суды преобладают. То есть суд что значит? Это оплеуха. Поэтому в этот месяц нам очень важно, друзья, исправить свои отношения между другими людьми. Во-первых, между нашими близкими и с нашими близкими. И другое, дальше уже пойти дальше, если уже исправил, дальше смотреть на уровне общины, на уровне всего народа и так далее. То есть, а если тебе неизвестно, как поступить, если тебе неизвестно, каким же образом это сделать, то, что скрыто от тебя, ты живешь отлично, у тебя, ты считаешь, что у тебя все хорошо. Как же сделать? Что исправить? О, сказала Тора, и приди к священнослужителю, к левитам, к судье, то есть к коэну, к левитам, к судье, который будет те дни, и вопроси, и скажу тебе слово. И поступи по слову, какое скажут тебе. И исполни во всем, как укажут тебе. Так сказала Тора. Так, что значит теперь, что значит прийти к коэнам и левитам? Где у нас коэны, где у нас левиты, и когда был храм? Это тогда мы могли, ну, приходить к коэну, приходить к левиту. Сейчас где у нас коэны? Смотришь, фамилия Коган, и свинину кушает, и шабады соблюдает. Какой он священнослужитель, он должен выходить благословлять людей. Написано, Тора написала, если ты коэн, через тебя буду благословлять еврейский народ. А ты смотришь, этот коэн, он не то, что не коэн, а, не знаю, последний человек. Да, и в отношениях с людьми, и в отношениях, бывают такие, правильно? И ты смотришь и говоришь, потом читаешь это, иди к коэну. Кому, к какому коэну я пойду? И к какому коэну, которого я знаю? Нет. Что сказала Тора? Пишет Хида Кадош. Уватайла куаним. Кто такие куаним? Ашер море хорахем. Что это те, кто учит учение в этот момент. Что такое учение? Тору. Тот, кто учит священнослужители, коэны, это те, кто учит Тору. Почему? Потому что они знают, что нужно Творцу. Кто, и левиты, соответственно, вела шофет. Кто такой шофет? Кто такой судья? Судья, ашер мумхе, тот, кто специалист, и известен он во всем мире. То есть судья – это такой специалист в том вопросе, который тебе нужен, он специалист. И иди к нему, в заслугу той мудрости, которому его наделил Всевышний, вот заслугу этой мудрости спроси его и по слову, которую скажут тебе, по этому слову поступи. Сказал Ралбаг, что может и не будет коэна, и не будет левита, но будет судья. Судья Даяним, Барух Ашем, у нас много и в земле Израиля, и здесь в Москве, и практически и в Европе есть судьи, Даяним называются, которые они изучают Тору и очень сильно. И судьи есть и сейчас, слава Богу, и в наше время. Да. То есть есть кого
спросить. Которые будут те дни? Что значит, которые будут те дни? Адрет Ильяу говорит, не скажи, этот человек уже не Моше Рабену и Аарон. Если бы, да, мы как мы умеем, если бы был Моше, если бы был Моарон, мы бы их слушали. И мы даже скучаем по, не то что Моше Рабену, мы скучаем по, если был Рав Ицхак Зильбер Зихон Левраха, да, вот такого раввина мы бы слушали. Сказала Тора, в те дни, которые ты живешь, в те дни, что ты в этом мире существуешь, вот в это время будет судья, который есть в этом мире, тот рав, тот учитель есть в этом мире, спроси у него. Спроси у него. Как написано, Ифтах бедоро, кешмуаль бедоро. Ифтах был совершенно другом, да, и мы могли бы сказать, кто прочитает Танах, тот может меня понять, что Ифтах, конечно же, был уровнем гораздо, я так понимаю, что ниже, чем Шмуэль. Шмуэль, написано про Шмуэля, что он как Моше и Аарон вместе был. Да? И не говори, какие хорошие были времена, какие были хахамим, какие были мудрецы, потому что есть у тебя свое время, есть у тебя свои мудрецы, есть у тебя свои левиты, свои коины, свои судьи, и иди к ним и спрашивай, потому что это как раз те, кого Всевышний Творец тебе дал. Это как раз те. Но по большому счету, друзья мои, вся проблема всегда в том, что у нас нет эмунат хахамим, нет у нас веры в наших мудрецов. Нет у нас веры в наших мудрецов. Прежде всего, вера в мудрецов – это вера в Творца. Потому что тот, кто верит в Творца, тот понимает, что Творец посылает людей, как раз тех, которые нужны сейчас. А это было всегда. Про Моше и Рабену говорили, что он не совсем честно живет. И у всех раввинов своих, в свое время это было. Я имею в виду раввинов, которые знают Аллаху, которые изучали ее в глубине. Мы говорим про больших раввинов. Не дай Бог, чтобы никто не думал, что можно спрашивать там тяжелые вопросы у всяких, кто дает уроки в Facebook и в Instagram, да, но зато мы можем направить на правильную дорогу. И прежде всего, если мы говорим о том, как выбирать раввинов, как выбирать людей, которые посоветуют, я маленький, могу посоветовать так, что надо понимать одну вещь, что есть Барух Ашем в народе Израиля святые раввины, и они для того, чтобы помогать всему еврейскому народу. И Всевышний посылает их в те места, которые есть, в заслугу тех людей, которые есть в этом месте. В заслугу тех людей. Наши заслуги, наше желание приближаться к Творцу, это и вызывает в ответ уровень тех раввинов, которые есть у нас. Если община хочет, что если есть желание у общины, будь то, я сейчас говорю в общем, да, будь то московская, там, не знаю, питерская, еще какая-то там израильская, ашдодская и так далее, чтобы они были ближе к Творцу, Всевышний пошлет такого раввина, который будет их постоянно приближать. Если нет, если не хочет, то тогда пошлет им, которые, как им все равно, так и ему будет все равно. Как они со своим еврейством справляются. С одной стороны, да, я сейчас говорю это с точки зрения наших с вами отношений к этому. Почему? Потому что нам с вами нужно сейчас заслужить, запечататься и записаться в книгу жизни и благословений. Одно из них, в чем нужно укрепить себя, это эмунат хахамим, это вера в мудрецов. И человек, который приходит и видит, оценивает человека. У нас, Бог Хашем, с вами Всевышний дал мозги для того, чтобы смотреть, оценивать, думать и выбирать. Выбор есть у нас с вами.
Это точно, да? И, то есть, ты можешь выбрать любого раввина. Сейчас, Барух Хашем, раньше в местечке человек был зависим только от того раввина, которого дали в то место, и нигде больше никого не мог найти. Если там недостойный человек попался, то дадут ему, соответственно, такой совет тоже от Творца, что делать теперь. Вот. Но человек должен задать всегда себе вопрос, выбирая себе раввина, что нужно, какой интерес у этого раввина ответить мне в этом вопросе. Если он знает, что его рав, который есть у него, он честный, ответственный, любящий народ, человек, служащий этому народу, служащий этой общине, задаст ему вопрос, и он знает тогда, что он получит правильный ответ. Если нет, хотя бы направит его на правильный путь, где получить этот ответ. И в заслугу того, что он доверится ему над хахамим, будет у него улучшить свое доверие к раввинам, заслугу этого Всевышний даст ему большое благословение. Что сказала Тора, знаете, удивительные слова. Даже пусть не отступит ни вправо, ни влево. Говорит Раши Акадош, даже если скажет ему, о правом скажет левое, а левом скажет правое. Скажешь, как? Слушай, я смотрю, это черное, а раввин говорит, что это белое. Как я могу ему верить? Как я могу ему верить? Я вижу своими глазами, я одел очки, 2, 3, 4 штуки. Я вижу, что это неправильно то, что он говорит. Почему я должен ему верить? Я всегда отвечаю так. Давай, ты выучишь то, что выучил он. Давай, ты будешь знать о том, что хочет Творец так же, как знает он. И тогда, может быть, ты будешь вправе с ним поспорить. Если нет, то как ты можешь с ним спорить, если у тебя нет тех же знаний? Ты будешь спорить с доктором по поводу того, каким образом делать операцию? Ты будешь спорить со специалистом, не знаю, внешнеэкономической деятельности, каким образом провести ту или иную сделку, если ты во внешнеэкономической деятельности не разбираешься? Нет, конечно, ты не будешь этого делать. А почему каждый из нас считает себя вправе спорить с раввинами в отношении того, что он лучше знает, что нужно Творцу? Здесь прекрасный пример в книге Рав Левинштейна. Специально я буду заканчивать, чтобы ответить на вопросы, которые здесь задали, что в книге Рав Левинштейна прекрасный пример приведен про историю про мальчика, который попал в плохую компанию. Он учился в Ешиве и попал в плохую компанию, и видит глава Ешивы, что он принесет не то, что нужно с этими делами в Ешиву. Он попросил его отстраниться от этих ребят. В общем, он этого не сделал. В конце концов, глава Ешивы поставил перед ним условие. Ты или, говорит, выбираешь Ешиву, или выбираешь эту компанию. Он выбрал этих своих новых друзей и ушел из Ешивы. Но один из, здесь написано, Рав Ковальский, в будущем. Один из его приятелей, он знал, что это прекрасный парень с прекрасным будущим, и он не хотел, чтобы он оставался вне Ешивы, вне мира Торы, и он устроил его в другую Ешиву. Но и там тоже у него не получилось. Да, есть Ецар ара, наши желания, это наши желания, тяжело с ними справиться, наши страсти, да, и поэтому, в общем, он продолжил так, как было. Глава этой другой Ешивы, он решил его повести к Хазон-Ишу. Хазон-Иш, величайший мудрец Торы, Цихон Цадык Левраха, когда к нему пришли, я сейчас укорачиваю эту историю, да, когда мы пришли, он обнял этого парня, принял его прекрасно, усадил рядом с ним и начал с ним разговаривать. Спросил,
Расскажи мне, пожалуйста, что вы учите сейчас? Какую сукью, какой вопрос, что вы обсуждаете? Он ему рассказал. Хазон-Иш внимательно слушал, задавал вопросы, они обсуждали. И так прошло хорошее время. Хазон-Иш сказал: спасибо, отлично, спасибо тебе большое, что ты пришел. Завтра я тебе сообщу, когда мы с тобой встретимся еще, чтобы ты мне еще рассказал о том, что вы учите в Ишиве. Рав, который его привел, он был немножко в шоке. Он думал, что он с ним сейчас начнет разговаривать, нравоучение ему читать, как ему отойти от этой компании, потому что он в Ишиве и так далее. В общем, он его спросил, когда он проводил парня, он спросил у Рава: Рав, почему вы с ним не поговорили? Ни слова не сказали о том, что нужно себя исправить, да? Он сказал: не можем мы забрать у человека то, чем он наслаждается, если не дать ему что-либо взамен. Я ему сейчас дал Тору взамен со мной, и я надеюсь, что это Тора, которую мы вместе с ним выучили, это Тора и будет заменой тому наслаждению, которое он получает с этими друзьями. Иначе у нас нет шансов. Мы не можем отнять у него его наслаждение, сказал он. Человек, который не почувствовал вкус Торы, он не почувствовал, что значит поучить Тору по-настоящему, что это за наслаждение. Он этого не поймет. Он не сможет отказаться от этой некошерной еды, отказаться от некошерных мероприятий и так далее, взять на себя шаббат, который для некоторых как тюрьма, если у него нет Торы, нет другого наслаждения, чтобы получить взамен. И если бы не Хазон-Иш этого не знал, Хазон-Иш сделал в наших глазах, он должен был ему сказать огромное количество тирады, доказательств истории, каким образом, почему хорошо, почему плохо, и что он должен делать. Но Хазон-Иш сказал. Хазон-Иш сделал то, что он сделал, потому что он знал, у него были знания, это был тот судья, которого Всевышний дал в то время для этого парня. Через неделю, когда он должен был прийти к Хазон-Ишу еще раз, Хазон-Иш ушел. И этот парень больше не смог с ним поучиться. Но только этого одной встречи было достаточно для того, чтобы он стал одним из больших мудрецов Торы после этого. Поэтому наши глаза всегда видят гораздо меньше, чем глаза наших мудрецов. Как сказали Рав Файнштейну, увидел один Рав Файнштейна, который, прямо идя из Бет-Мидраша домой, направо-налево раздавал советы. Огромное количество народа его сопровождало, спрашивали разные вопросы, он раздавал советы. Один увидел это, сказал: это мудрец Торы, который на улице раздает ответы. Повернулся к нему Рав Файнштейн и сказал: если бы вы выучили Шулхан Арух, все четыре части Шулхан Аруха, 375 раз, тогда вы тоже смогли раздавать так ответы. Знание Торы, знание законов, знание то, чего хочет Творец, знание, что требует от нас Творец. Вот это и есть основа наших мудрецов, основа наших раввиним. И это должно вселять в нас с вами эмуну, веру в них, и дай Бог, чтобы исход этого урока, безрат Ашем, мы немножко с вами исправим нашу веру в наших мудрецов, и в заслугу этого заслужим хороший приговор, приговор жизни, больших благословений, радости, еще больше укрепления в Торе и в Западе, безрат Ашем. Баруха Дунай Леголам, амин ве амин.